Здравствуйте, господа! С вами на связи Майкл Лившиц, и сегодня я хочу провести тренировку. Но перед тем, как это я начну делать, я хочу вам задать вопрос. Если бы вы знали, что у меня есть информация, которая поможет вам построить бизнес, работая всего лишь 10 часов в неделю, не мешая тому, чем вы уже занимаетесь, и за год вы сможете построить бизнес, который принесет вам 40 тысяч долларов в месяц. Да, господа, вы не ослышались. 40 тысяч долларов в месяц. Сегодня пойдет разговор, как построить бизнес в компании Valentus, чтобы через год оно вам приносило доход в 40 тысяч долларов в месяц. Господа, даже если вас не интересует эта компания, потому что проектов очень много. Но запомните одну вещь, что система в сетевом маркетинге одна. И если вы ее поймете, вы сможете работать и достичь успехов в любом проекте, в котором бы вы ни находились. Поэтому я вам советую просто посидеть и послушать. Откройте свое сознание, откройте свое подсознание и послушайте внимательно. И после того, когда вы послушаете эту информацию, вы сами выскажете свое мнение, нужна ли вам эта информация или нет. Я получаю очень много писем, я смотрю то, что люди пишут мне в нашей группе на Facebook, то, что люди пишут в чатах. И я лишний раз убеждаюсь, что основная масса, особенно русскоязычных, у них менталитет бедного человека. Менталитет нищего человека. От этого идет и негатив, и от этого идет вся эта информация, которую желательно, чтобы эти люди держали просто при себе. Господа, то, что я вам сегодня расскажу, если вы будете слушать меня внимательно и делать шаг за шагом, так как я вам расскажу, я вас уверяю, через год у вас будет бизнес, который будет вам приносить 40 тысяч долларов в месяц. Я еще раз повторяю, вы не ослышались. 40 тысяч долларов в месяц. Самое главное, господа, делать все шаг за шагом. Вы не зря видите эту фотографию на экране, вот эта куча денег. Это все, что вам придет, если вы будете делать правильно. Первое, что вы должны сделать, это поверить в себя. Если вы не верите, значит, вам делать здесь нечего. Вы должны идти работать на хозяина или работать там, где вы верите. Самое главное, самая большая ошибка, которую допускают люди, это они не верят сами в себе. Поэтому самое первое, что вы должны сделать, это поверить в себя. Приготовьте ручку, приготовьте бумажку, потому что некоторые вещи я вам буду говорить написать. И это тоже есть причина, почему. Очень важно, чтобы понять информацию, ее не только нужно услышать, ее нужно увидеть. Поэтому вы должны будете кое-какие цифры написать на бумаге. Еще раз я повторю, господа, что это очень-очень важно. Если вы не верите в это, просто отключитесь и не слушайте мою запись и не тратьте свое драгоценное время. Но если вы хотите послушать все-таки, приготовьте ручку, приготовьте лист бумаги, и делайте конкретно, точно так, как я буду вам говорить. И самое главное, если эта информация вам понравится, нужно делать так же. Когда я человека приглашаю в бизнес, не в зависимости, в каком проекте я нахожусь, на сегодняшний день мое приглашение очень простое. И я вам попозже расскажу о нескольких видах приглашения. Но я приглашаю таким способом, как я только что вам сказал. Если у вас есть, если вы знаете, если бы вы знали, что у меня есть информация, которая поможет вам построить бизнес, работая всего лишь 10 часов в неделю, не мешая тому, чем вы уже занимаетесь,
и, за год, и через год вы начнете зарабатывать 40 тысяч долларов в месяц. Вы хотели бы это узнать? Вот это мое приглашение. А потом я начинаю человеку рассказывать то, что я расскажу сейчас вам. Потому что это очень важно. Если пришел человек ко мне в бизнес, и если он выбрал меня, чтобы я был его спонсором, а то есть это мой бизнес-партнер, у меня будут к нему жесткие требования. Такие же требования, как у него должны быть ко мне. Потому что мы партнеры в бизнесе. И я начну его учить. И для этого я и делаю сегодня вот эту запись, эту тренировку. В сетевом бизнесе, как и в традиционном бизнесе, надо строить бизнес. Мне бывает, люди звонят и говорят: Майкл, если я приду к тебе, стану твоим партнером, я через месяц заработаю 10 тысяч долларов? Или я через год заработаю 1 000 000 долларов? Я слушаю, хоть стой, хоть падай. Я никогда таких денег за месяц или за первый год не заработал. А они хотят это заработать. Люди, которые очень часто, когда я начинаю с ними беседовать, то я убеждаюсь лишний раз, что они в своей жизни денег даже не видели. Но хотят сразу зарабатывать большие деньги. И думают, и считают, что это зависит от компании. Но это не зависит от компании, господа. Это зависит от вас. Когда человек идет в бизнес, особенно в традиционный, а сетевой бизнес ничем не отличается, то нужно всегда анализировать. Перед тем, как мне, например, предлагают какую-то инвестицию или какой-то бизнес, я всегда анализирую. А если я буду делать так, так и так, что произойдет через год? Почему я говорю через год? Потому что я не иду в проект, чтобы заработать деньги сегодня или завтра. Я иду в проект, чтобы построить его, и минимум мне нужен год. И через год только тогда я увижу, что этот бизнес может мне принести. В нашем компании Valentus, это первая, но не последняя компания на платформе THW Global, маркетинг как раз позволяет это сделать. Я не буду рассказывать обо всем маркетинге. Первое скажу только самое главное и самое основное, во всяком случае для меня. Это бина. Что это значит? А теперь слушайте меня внимательно. Вы должны привести 2 человека. Кто-то мне написал на днях на Facebook, в нашей группе. Фантастические суммы платить надо. Минимальная сумма 59,95, то есть $60 в месяц, плюс доставка. А теперь давайте поговорим о фантастических суммах. Если вы идете в бизнес, ведь все зависит от того, как вы будете на это смотреть. Если вы будете на эти деньги смотреть с точки зрения менталитета нищего человека, то тогда для этого у вас будет баснословная сумма. Но если вы будете смотреть на это с точки зрения бизнесмена, то тогда для вас покажется это копейки. А теперь давайте обсудим. Вы платите $60 в месяц, это минимальная проплата за продукт за месяц. Что вы за это получаете? Ну, во-первых, вы получаете хороший продукт. Но даже дело не в этом. Вы получаете веб-сайт. Я не помню, кажется, 5 или 6 красивых, классных веб-сайтов. Со страничками захвата. Вы знаете, что если бы вы бы захотели открыть свой бизнес и сами сделать себе веб-сайт такого типа, на таком же уровне, вы бы платили бы в месяц не $60, а, наверное, $1000, если не больше, за все эти веб-сайты вместе взятых. Поэтому смотрите на эти $60, как вы платите аренду за свой бизнес. Ведь если вы открываете традиционный бизнес и покупаете какой-нибудь магазинчик, например, в хорошем районе, аренда вам может стоить и $3000 в месяц, и $1000 в месяц, или, как у меня было, $10000 в месяц. И если вы не проплатите аренду, вас выкинут на улицу. И ее надо платить каждый месяц, не в зависимости, зарабатываете вы или нет. Так вот, если вы в сетевом бизнесе, то, что вы должны платить каждый месяц,
будете смотреть, как это аренда, как аренда вашего бизнеса, а все остальное просто подарки, то все сразу станет на свои места, и это уже не будет так дорого. Потому что, господа, это ваш бизнес. В проекте Van Nelentos, как я сказал, у нас бинар. И от вас требуется, подчеркиваю, от вас требуется привести два человека. И я думаю, что каждый из вас со мной согласится, если я скажу, если вы начнете на самом деле обращать внимание серьезно и уделять серьезное внимание своему бизнесу, то два человека вы приведете в бизнес, это не так тяжело. И вот это для вас задача сделать в первый месяц. Во второй месяц, вам нужно будет этим двум людям помочь сделать то же самое. То есть теперь вы уже трое работаете вместе. И, господа, это очень важно, особенно первые 90 дней, уделять внимание своему партнеру. Это не значит, конечно, что ваш партнер, вы должны за ним бегать. Но вы должны знать этому человеку, чтобы он понял, что если ему нужна помощь, вы рядом, чтобы он вам позвонил. А не так, как мне звонят и говорят: меня человек подписал в компанию THW Global, я звоню ему, я не знаю, он мне не отвечает, я не знаю, кто это такой, никакого контакта совершенно. А потом они говорят: вы можете стать моим спонсором? А потом люди обижаются, почему у них люди убегают и ничего не делают. Очень важно первые 90 дней помогать своим партнерам. Я не бегаю за людьми, которые пришли ко мне в бизнес. Но если они мне звонят, и у них есть ко мне просьбы, и нужна помощь, я никогда не скрываюсь и всегда всем перезваниваю. И отвечаю, и постараюсь помочь, как только я могу. Потому что это мои партнеры. И это очень-очень важно. Поэтому, господа, вы должны привести всего лишь два человека. Это первый месяц в бизнесе. Хотя я понимаю, что многие из вас сделают больше. Но от вас требуется только два. Следующий месяц вы с этими двумя людьми делаете то же самое. Чтобы они каждый привели только два человека. Я с самого начала обычно в бинаре говорю всем одно и то же. Господа, я не просто вам рассказываю то, что я где-то прочитал. Да, было время, много лет назад меня этому учили, но я это тоже сделал. Все, что сегодня вы услышите, это все то, что я сделал сам лично. И это работает. Это тяжело, это непросто. А кто сказал, что деньги зарабатывать просто? На сегодняшний день у нас очень много инструментов, о которых мы поговорим попозже, которые помогут нам строить бизнес и приводить людей. Но от нас требуется всего лишь два человека. Запомните, господа, что люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать. Или если с первого дня прихода у вас в бизнес, вы начинаете работать правильно, и все начинают делать то же самое, вот тогда и произойдет взрыв в вашем бизнесе. И здесь ни при чем Майкл или кто-то еще другой. Это все зависит от вас. Еще раз повторю. Люди делают то, что вы делаете, а не то, что вы им говорите делать. Поэтому они будут делать точно так, как делаете вы. И от вас требуется в нашем бизнесе очень простая вещь. Привести двух человек. А в следующий месяц, чтобы эти два человека сделали то же самое. А в следующий месяц, чтобы эти 8 человек сделали то же самое. И так далее, и так, и тому подобное. И через год, у вас в группе будет 8190 человек. Напишите эту цифру, господа. Это очень важно. 8190 человек. Так как у нас бинар, то у нас половина будет влево и половина будет вправо. Это значит, я просто делю 8000, округляю на половину и в левом углу. В левой ноге 4000 и в правой ноге 4000. У нас минимальный заказ,
который вы платите $60 в месяц, за который вы получаете $50. То есть эти $50 идут в вашу ногу, с которых нам платят со слабой ноги 20% комиссионных. Я не считаю никаких мэтчинг-бонусов, ничего. Только 20% комиссионных. Если 44 тысячи долларов, в смысле, я извиняюсь, 4 тысячи человек, умножить на $50, это минимальный заказ от каждого. Это получается, что у вас в левой ноге или в слабой ноге, например, в левой или в правой, будет проходить в месяц $200 тысяч деньгами, с которых вы получаете 20% комиссионных. Это $40 тысяч. Это очень просто, господа. Но с другой стороны, и вы, наверное, со мной согласитесь, если я скажу, что, конечно, на бумаге это все очень красно, это очень просто, говорить это денег не стоит, но в настоящей жизни, к сожалению, люди так не делают. И опять-таки не делают только потому, что у них менталитет бедного человека. Я еще раз повторяю, что я это сделал. Не кто-то мне рассказал, что он сделал. Я это сделал. И я вам это рассказываю. Это работает, господа. Но для того, чтобы это сработало сначала, вы должны сами в это поверить. Потому что если вы в это не поверите, то вам никто в это не поверит. Но вы должны привести 2 человека, а следующий месяц пригласить, помочь им пригласить тоже по 2, сделать то же самое. Даже вплоть до того, что если человек работает, у него не получается, и вы кого-то приводите, отдайте ему этого человека. Он сделает то же самое. Ну давайте упростим нашу задачу. И у нас будет в группе не 8 тысяч человек через год, а мы разделим на 2, отнимем 50%. То есть 4 тысячи. Знаете что, давайте еще отнимем 50%. И будет всего лишь 2 тысячи. 2 тысячи человек. Господа, у нас есть люди в нашей группе, в THW Global, которые построили за 5 месяцев группу в более 80 тысяч партнеров. Я понимаю, что и в основном эти люди, которые пришли в THW Global, они пришли без копейки денег, и они надеются, когда компания запустится, они начнут зарабатывать. И эти деньги помогут им тогда вступить в другой бизнес. И это будет, это скоро придет. Над этим работают. Ничего не остановилось, как было задумано с самого начала, так и будет. В THW Global люди смогут прийти и зарабатывать деньги благодаря реклам. Бесплатно, без вложений, без риска. И когда они заработают деньги, если они захотят зайти в такой проект, как Valentus, и это первый, но не последний проект в нашей компании, они смогут это сделать, и будет им намного легче рекрутировать людей. Но я не хочу больше ждать. Я хочу работать и зарабатывать сегодня, и помочь вам сделать то же самое. Поэтому, если у вас через год 2000 человек, 2000, и в одной из ног 1000 человек умножить на $50, то есть минимальная проплата, это $50 тысяч проходит в ноге, 20% комиссионных, это вы зарабатываете $10 тысяч. У меня к вам просьба, господа, напишите $10 тысяч. А теперь я вам покажу самое интересное. В нашем проекте 7 видов оплаты. Пока я говорил только об одном. А сейчас я буду говорить еще об одном. Я не буду больше говорить о других 5. Только еще об одном. Matching bonuses. В зависимости от квалификации, в будущем вы сможете получить до 20% matching бонуса на 7 уровнях. Что это значит? Что такое matching бонус? Человек, которого вы привели в бизнес, то, что он заработает в бинаре, вы будете от него получать 20%. Кроме всего. Человек, всех людей, которых вы привели сами лично, попадает вам на первый уровень.
всех людей, которые привели они сами лично, попадает вам на второй уровень. И вы будете получать до 20% комиссионных с 7 уровней. Это самые большие зарплаты, чтобы вы знали, самые большие деньги, которые зарабатывают сетевики, это только в тех проектах, где есть matching бонус. И я вам приведу пример. Если в первый месяц вы привели 2 человека, а во второй месяц эти 2 человека сделали то же самое, то получается такой вариант. В первом месяце у вас 2 человека, во второй пришли 4, в третий пришли 8, в четвертый 16, в пятый 32, в шестой 64, в седьмой 128. На седьмом я заканчиваю, потому что помните, что я сказал, нам будут платить matching бонус на 7 уровне. Значит, если посчитать эти всех людей вместе, это получается 254 человека. Окей? 254 человека. Я сделаю такой же номер, как я только что сделал. 254. Мы отнимем 50%. Это получается 127. И еще раз отнимем 50%. Это получается 63. Давайте 60 человек. Запишите эту цифру, что через год у вас будет 60 человек на 7 уровнях, которых вы привели, которые работают таким же макаром, как работаете вы, и приглашают людей первый месяц 2 человека и так далее и тому подобное. И проходит год, и они начинают зарабатывать тоже 10 тысяч долларов в месяц. Если вы берете эти 60 человек, 10 тысяч долларов в месяц, matching бонус от 60 тысяч долларов, 2000, и умножить эти 2000 на 60 человек, это вы зарабатываете 120 тысяч. 120 тысяч в месяц только от matching бонусов. Вы понимаете, какая сила в matching бонусах, господа? Если вы будете приводить правильным способом людей в бизнес, то есть от вас требуется всего лишь привести 2 человека в первый месяц, а потом этим 2 человекам помочь сделать то же самое. Все, что от вас требуется. А как приглашать людей в бизнес? Ну, во-первых, для этого существуют все вот эти веб-сайты, о которых я рассказывал. И сейчас я вам их покажу. Сейчас я зайду в мой кабинет и еще раз покажу веб-сайты, инструменты, которые нам дают для продвижения нашего бизнеса. Вот веб-сайт. Первое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7 веб-сайтов. 7 веб-сайтов. И посмотрите, какие красивые веб-сайты. Это лендинг-пейдж. Как только человек заполняет свое имя, фамилию, электронную почту и телефон, он сразу попадает в вашу структуру. Я не буду рассказывать конкретно, как работает наша структура, как работает система. Это я вам рассказывал в своей первой тренировке. И вот здесь на YouTube, посмотрите, я вставил эту первую тренировку, запись тоже с YouTube. Посмотрите ее, если вы не смотрели. Там показывает система, почему люди хотят проплачиваться и хотят подписываться. Потому что эта система работает. И работает сильно. Господа, все зависит только от вас. Если вы в это поверили. Если вы не верите, то у вас ничего никогда не получится. Поэтому самое первое, надо верить в себя. А теперь я повторю, как я приглашаю людей. Значит, то, что я только что начал говорить за веб-сайт, эти веб-сайты вы можете использовать на интернете, выставлять в группах. Это будет отдельная тренировка, как это делать. Единственное, что все те люди, которые подпишутся к нам в наш проект,
в наш первый, но не последний проект компании THW Global. И эта компания работает отдельно от THW Global, просто под зонтом. Поэтому, если вы подпишетесь и проплатите, потому что пока человек не проплачивает, он не получает реферальную ссылку, то я вас прошу сразу же обязательно выйти со мной на связь на скайпе. Я вам просто покажу лично, как я использую интернет, как я выставляю ролики, как я выставляю в разных группах, что я конкретно делаю по этому поводу, и дам вам даже рекламки на английском языке и посоветую, что сделать. Но это я буду делать только тем людям, которые зашли уже и проплатили, потому что я пока не хочу тратить свое время, но в будущем я запишу эти тренировки, и они будут доступны всем. Следующий вид приглашения – это, как я вам уже говорил, это одно из тех приглашений, которые приглашаю сам лично. Когда вы приглашаете человека в бизнес, какую сумму вы ему скажете, это зависит от того, с кем вы разговариваете. Потому что если вы говорите с человеком, у которого менталитет нищего или бедного, то, конечно, если вы ему скажете, что я покажу тебе, как построить бизнес, который через год тебе принесет 40 тысяч долларов в месяц, он подумает, что вы сошли с ума. И он вам не поверит. Кстати, эта тренировка сегодня посвящается только лидерам, только тем людям, которые уже верят в себя. И если случайно сюда попал человек, который не верит, просто сделайте сами себе одолжение. И сначала поверьте в себя. А когда вы в себя поверите, придите обратно и послушайте эту тренировку еще раз. И вы увидите, что она произведет на вас совсем другое впечатление. Но очень важно, господа, когда вы говорите с человеком, не переборщите суммы. Я вам приведу еще один пример. Здравствуй, Андрей. Андрей, если бы ты знал, что у меня есть информация, которая поможет тебе построить бизнес за год, всего лишь 10 часов в неделю, не мешая тому, чем ты уже занимаешься, и через год тебе этот бизнес будет приносить 10 тысяч долларов в месяц и больше. Ты хотел бы это знать? Когда вы задали этот вопрос, вы должны закрыть рот и больше ничего не говорить. Ждать ответа. Если вы будете продолжать говорить, на 50% ваш успех улетучится. Вы должны замолчать и дать человеку возможность ответить. Вы просто задали вопрос. Вы ему ничего не навязываете, вы его никуда не зовете. Он даже еще не знает, о чем идет речь. Вы просто задали человеку вопрос. Все, что от вас требуется. А теперь вы ждите, что вам скажут, да или нет. В основном люди всегда говорят «да», потому что они хотят узнать, что происходит. И когда они задают вам этот вопрос «да», ведь здесь очень важно, какую информацию вы ему дадите. Вы можете дать вот эту информацию, которую вы сейчас слушаете. Это как раз сделано для этой цели. Дайте человеку послушать информацию, каким планом можно заработать эти деньги, чтобы он знал, что происходит с первого дня. Потом вы уже можете показать продукт, веб-сайты, реферальные ссылки. Потом вы это все успеете показать. Самое главное не продукт, самое главное не это. Самое главное заработать деньги. Мне очень часто люди пишут письма и пытаются рекрутировать в бизнес с разными продуктами, особенно продукты здоровья. Мне всегда смешно, потому что я говорю, что у меня достаточно денег, я могу купить самый хороший продукт без вашей помощи. Поэтому, честно говоря, не продукт самый важный. Самый важный маркетинг, где дадут вам возможность заработать деньги. А продукт вы сможете купить где угодно и как угодно. Я всегда смотрю на продукт в той компании, в которой я нахожусь. Просто как аренда за мой бизнес. Вот если вы построите свое мышление в этом направлении, и вы будете знать, что вы платите $60 плюс доставку просто за оплату аренды своего бизнеса, у вас сразу пропадут все проблемы. Если вас кто-нибудь спросит, сколько ты зарабатываешь? 40 тысяч в месяц. Ого, а сколько же ты платишь аренду? $60, там $70 с доставкой.
в месяц. Что вы думаете, они не захотят делать то же самое? 100%. Второе мое самое любимое приглашение в бизнес, это построено на мнении. Я обычно всегда делаю список всех своих друзей, всех своих знакомых. Сейчас я это уже, честно говоря, не делаю, потому что меня слишком много людей знают в сетевом бизнесе и знают, что я в бизнесе очень много лет. Поэтому в данном случае спросить у кого-то чье-то мнение, надо мной будут просто смеяться. Скажут, ты 30 лет в бизнесе, и ты спрашиваешь мое мнение. Поэтому для меня это не работает. Но для людей, которые пришли в бизнес первый день, и в сетевом бизнесе не так давно, и еще не добились больших результатов, это самое классное приглашение в бизнес, потому что это именно вот это приглашение помогло мне построить большие структуры и заработать деньги. Сначала я делаю список всех знакомых, кого я знаю. А потом я начинаю этим людям звонить. Господа, вспомните, что я сказал вам в самом начале. Вам нужно только подписать два человека. Одного поставить слева и одного поставить справа. И чтобы эти два человека проплатили. Вот тогда это активные партнеры. Только после этого вы будете помогать всем остальным делать то же самое. Все, что от вас требуется. Но возможности это сделать у вас будет теперь очень много. Благодаря нашим веб-сайт, благодаря первому приглашению, которое я только что объяснил, сейчас будет второе. Когда я записал всех друзей, я начинаю звонить. Обычно я звоню людям только тогда, когда я чувствую себя очень хорошо, у меня поднятое настроение, и всегда, когда я говорю по телефону, я всегда стою. Я не знаю почему, но стоя, люди чувствуют. Они чувствуют, как я, мой тонус разговора положительного. Они чувствуют, позитив им передается. Я вам приведу такой пример. Здорово, Андрей, это Майкл звонит. У тебя есть пару минут? Классно. Слушай, у меня к тебе есть просьба. Ты понимаешь, мне на днях предложили очень интересный бизнес. И мне кажется, что это очень хороший бизнес для меня. И мне кажется, что наконец-таки я заработаю деньги. Но я знаю, что ты очень грамотный парень, у тебя большой опыт жизненный. Ты очень успешный в бизнесе. Пожалуйста, сделай мне одолжение. Посмотри на эту информацию, скажи мне честно, выскажи мне честное свое мнение. На самом ли деле этот бизнес хороший для меня? На самом ли деле я заработаю деньги? Все. После этого я закрываю рот и слушаю, что мне ответят. Вы знаете, мне ни один человек не сказал нет. Я имею в виду, когда я это делал из моих друзей. Все меня выслушали. Конечно, не все за мной пошли. И не все подписались. И нам все не нужны. Нам надо только два человека, помните? Но это, господа, работает. Это работает так, что вы даже себе не поверите. Особенно, если вы в это верите. Я не буду рассказывать всю, как говорится, махинацию этого предложения. Опять-таки, посмотрите вниз на YouTube. Я там выставил две линки. Одну линк. Прошлую первую тренировку по нашему этому проекту и вторую я выставил, как правильно приглашать людей в бизнес. Вне зависимости, кстати, в каком проекте вы находитесь. Все, что вам нужно знать, и я вас уверяю, господа, через год вы заработаете 40 тысяч долларов в месяц. Я зарабатываю, я никогда обычно стараюсь об этом не говорить, но я вам примерно скажу, что с 1997 года я зарабатываю где-то $1000 в день, в среднем. Каждый день я зарабатываю $1000 в день минимум уже многие годы. Вы даже себе не представляете, как это приятно. Когда вы ни от кого не зависите. У вас все равно хорошо, у вас все хорошо с материальной точки зрения. Вы можете жить, где вы хотите. Вы можете купить любую машину. Вы можете иметь дом, вы можете путешествовать, потому что каждый день минимум $1000 идет в ваш банк. Это очень приятно, господа. И я хочу вам еще сказать одну вещь, господа. Запомните так вот, то, что я сейчас скажу.
Когда есть много денег, можно сделать очень много добра людям. Это самое главное. Господа, большое вам спасибо за внимание. Послушайте, проанализируйте очень внимательно то, все, что я вам рассказал. Прослушайте несколько раз. Я сам прослушиваю свои тренировки, потому что многие вещи забываются. Это, как говорится, жизнь идет своим чередом, и многое забывается, и это надо повторять. Но если вы придете к нам в проект и приведете всего лишь 2 человека в первый месяц, а потом поможете им сделать то же самое, через год у вас будет более 8000 человек в вашей группе. Я знаю, что многие этого делать не будут, но многие приведут намного больше, чем 2 человека. Успеха, господа! Успеха нам всем! До свидания!